Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Смотрите, какая у нас красивая невеста. Машаллах, вчера, да? Какая красавица. Какое у нее платье красивое. Рахмат, какая она нежненькая, красивая. Бахтли болин. Гам Рахмат. Это у нас молодая невеста, это значит, она недавно вышла замуж. А это у нас сегодня выходит замуж. Пускай она будет самой счастливой. Ничего, ничего. 20 лет ей. Рахмат. Очень красивый килин салам, очень красивый. Мы уже опытный килин, да? Килин салам, да? Вот красота какая. Какие хорошие девочки, посмотрите, красавицы. Мы с ними нафоткались. Очаровательные, нежные, пускай они будут самыми счастливыми. Кубки по ночам, сын бахтли. Пойдемте, говорит, пить чай. Мы сейчас находимся с вами в доме невесты. Зашли в одну комнату. Взгляните, что такое бисол. Сейчас мы узнаем. Вот не могу, канака таржимасы. Не могу. Не могу бисол. Кашта? Это все ручная работа. Кем шуны тикя? Келина у нас хаммасы узи кулдан тикю бира. Это украшение дома такое. Сизники мы? Думбоча, да? Ширин. Нам говорят, присаживайтесь к столу. Конечно, мы присядемся зутрин. Мам, айтам, бізге айталар, утрин дастарханға чай ичин. Шун таржима қылып бирдім ман. Көпісі рус тілін, көзаталар, көпісі узбек тілін. Сізді вообще аралаш бұлды. Таджик, узбек, рус тілін. Утрин. Тау принесли угощение здесь. Также угощают пловом. Хаш. Ош бұлан, шуканерге аш таярлатасыз. Кашық кейін. Қашық масына? Қашық. Ну, вот қашық. Вилка. Вилкамда бар. Вилка. Вилка. Ошты вилка біле емейді. Шу, ошты. Қашық берді. Ереге мәз үші бар. Қашық бар. Қашық бадалі. Бұл старшы, начинай. Қашық кетті. Маным үшін қаракет қыласын қашық? Әк көрінші. Рахшат яйсыз. Көрбілін. Даспоп. Сочек. Аса? Даспоп. Это кошек. Маленький бульды. Кімге керек кошек? Кімді? Посмотрите, чем нас здесь угощают. На столе у нас плов. Также у нас на столе сладости. Тут у нас тандыр гушт. Тут у нас котлома. О, хрустящая. Котлома. Смотрите, как она хрустящая. Как я люблю котлому. Джудаям, шикраман, джудаям. Маза кархойсо, да? Яна сіздің қача өтірішіңіз дейді, әсі сіздің соғыны мандың мен, кетсілі. Сағын мен, манкина ман, сағын мен. Соғыны мандың мен. Жирны, слайоны, ой, дақшат. Тандыр көш. Жирны, мәне сіз үші, біз үші. Вот это все тандыр көш, посмотрите какой. Жирный плов. Друзья, это с вами видео мы прерываем, потому что у меня для вас есть очень хорошая новость. Все вы прекрасно знаете, как я люблю, уважаю, обожаю Юлдуз Усманову. Я слежу за ее творчеством, я слушаю ее песни, я знаю ее песни наизусть. У Юлдуз Усмановой скоро будет концерт. У вас есть уникальная возможность попасть на этот концерт. Прослушайте всю информацию.
Примадонна узбекской эстрады. Народная артистка Узбекистана. Она покорила сердца миллионов. Ей аплодировали лучшие площадки мира. Юлдуз Усманова в юбилейной программе «Мухаббат». Билеты уже в продаже на сайте benefis.ru. 6 марта. Концертный зал Измайлова. Москва. Билеты уже в продаже на сайте benefis.ru. Торопитесь, приобретайте билеты и шикарно проводите время. Юлдуз Усманова. Друзья, ссылка на сайт benefis.ru, где вы можете приобрести билеты, оставила в описании к этому видео. Вы обратили внимание, да, что этот дом красный, здесь земля красная. У меня такая же красная земля, отвечает одна соседка, вторая говорит, у меня белый. Ох, оп, ок. Авкат хыч нема тыкылмай. Якши адам авкат не берса, хыч нема болмай. Шулака. Бакалам зами фикрнес? Яхшы одам рухат берсе, яхшы одам деділе, таш берса, ташны ем. Яхшы одам болса, нас очень вкусно угощали, в Узбекистане на свадьбу действительно приходишь, ешь, ешь, ешь. Мы поели в доме у жениха, мы сейчас пришли в дом к невесте, здесь поели. Я очень сыта, но очень вкусная еда. Рахмат? Это Яшлар бақытлы болсын, катта көн. Рахмат. Сіз келіні оясыз ба? Это у нас мама, невеста. Посмотрите, какая она тоже аккуратненькая, дюймовочка. Чройлы. Сіздің есімі кім? Егор апа. Яшлар қанаққа танышалар? Орта оны ақтара ма? Йоки яшлар өзлері сивішіп таныша ма? Хозыр сивіш ма? Я спрашиваю, как познакомились молодые? Вы их познакомили или они сами нашли друг друга? Она говорит, по любви они сами нашли. А сіз олдан тұрмышқа, вот хамма дес тұрмышқа тікканда, сивіш ма, ота она ма тіктірді? Ота она, ота она. Енді сивіш я. Қалған ота она енді қатта ма? Хозыр яшлар өзі сивіш. Я спрашиваю, а вы помните, женщины, как вы выходили замуж? Нас всех выдавали родители замуж. И вот молодые девчонки говорят, а мы сейчас все по любви выходим. Сейчас хочу его подписать, интернета нет вообще. Вообще нет интернета. По времени 12 уже. Смотрите, вообще нет. А что это вообще интернет нет? Нема? Это где распределяют подарки. Приносят с собой лепешки, конфеты. Им обратно заворачивают все это дело и отдают. Каждый запоминает, с каким сиватом пришел. Шарбатхана. У них здесь называется шарбатхана. Шарбатхана это сладкая комната, что ли? Типа шарбат. И чатырхан шарбат? Нет, это... Мева дона бокку, шунчун уни шарбатхона дейдилар. Ташқадан кейин оғайлар олиб келади, ўзлари тайёрлайди ва қайтариб яна оғайларга беради. Марҳамат, бизда ҳам Мана пиджак. Добро пожаловать, говорит, проходите. Мана хала дейликмиз, бўлдим мана зелликми, хала дейликми. Да, ичида да, свет мошта.
Большой подвал, здесь даже нагибаться не надо. Кетта подвал. Здесь у нас варится кайнатма шурба. Тут у нас понимаю. Здесь у нас жареное мясо. Это специально жарится к приходу жениха и его друзей. Здесь посмотрите, женщины сидят. Что это? Окатландылар. Женщины угощались здесь. Сату олу борадлар. Сіз мәніме? Төйлерді олу борадлар. Қошқан үләрдлер. Қас сізнің төйдізге әкелді мән? Посмотрите, какие у нее глаза красивые, а? Зеленый. Табигас, салон кофе. Эй, кем кинде? Эй, Киров приехал, жених приехал. Я сказал, что жених приехал, посмотрите, я всех подняла с места, там никого не осталось, все пошли смотреть жениха, его нету. Я всех подняла, да, и стою. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Жених сейчас не может присесть за стол, должен прийти папа невесты, и он должен что-то пообещать жениху. Например, я тебе даю 10 копеек. Смотрите, какой папа невесты, яркие глаза красивые. Нет, Эйма. Топка нарсамыз, кеуымыз кыза. Шындай. Thank you.
Топкан нарсасы кей оғыны кеда? Топкан нарсасы кей оғыны кеда? Топкан нарсасы кей оғыны кеда? Мина топсек, бір балалы ечкеп, бір балалы сигер, кей оғымыз дікеп. Они турки все? Да, да, турки. А муж жена? А сейчас у тебя нет твоего сына? Если сын с вами, когда будет бегать? Когда была ваша свадьба? Мы только в октябре. А ел? 19 октября была свадьба. Ел когда? 2000. 23 ел. Шуна хая шесть. Помнит свою свадьбу. Какой папа невесты добрый. Мама красавица. Бахтлы будет сценарий, я знаю. С кем рахмат. О, он говорит, это мне приятно, что ты приехала к нам. Рахмат сізге. Қазір сіздің шынақ білен дұз бұлып кетаман. Башқа пайта кенаман. Хамма кезге келаман. Битта, битта, битта. Вот, посмотрите. Папа, дочка, мама. Никах окей. Никах окей. Это сейчас будут никах читать. Невеста, это сейчас управлять. Сейчас в комнате находится жених, невеста, имам. Даже родители не пускают в эту комнату, читают никах. Интересно, не тяжело ходить такое, а? Теперь невеста полноправная жена по религиозному положению. Эн калон флот батып мен алды. Газор нафатты да 5 газор патты. 5 газор патты. Шандом мотыбаш керек. Олег, проходи сюда, у нас у дедушек вот такие бороды, заходи. Посмотрите, с каким дедушкой мы сейчас познакомились, какая у него борода. Сазайт Таншина, хан сакаллары, да? Наших дедушек вот такие сакаллары. Шу ханада хозыр нема булды, келин киев кирды шу итке, нема булды. Никах булды. Никах. Розылыги, келин киевды, бір-бірорны розылыги олынды. Я сейчас спрашиваю, что происходило в этой комнате, когда сюда зашли жених и невеста. Он говорит, и сейчас мне объясняют, что в эту комнату вошли жених и невеста. Они здесь почитали никах при свидетелях. Свидетели увидели, что они друг другу говорят, да, я согласен, я согласен. Шинахама? Русалин шунасыз? Хам, хам. А, нормально, я шучу нас, сюда, сюда. Да, и при свидетелях, и из этой комнаты уже жених с невестой выходят мужем и женой по религиозным канонам. Я полностью.
Это самый трогательный момент, когда прощаются родители со своей дочерью. Тут у нас свадебный кортеж, по-моему, пробили колесо или что-то сделали, ремонтируют. Здесь другие машины не могут проехать, поэтому здесь свадебный кортеж состоит из них, УАЗиков. Друзья, учитывайте, что эти люди живут высоко в горах. Мы сейчас с вами едем в дом Челиков. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами.
зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Жениху с невестой давали сладкую воду попить, и смотрят они в зеркало. Жениху с невестой так, что дают девочку подержать, так, что дают мальчика подержать, чтобы у них родился и девочка, и мальчик. Мы пожелаем нашим молодым всего самого лучшего, бахнуться, шнарматься. Будет наша красавица невеста делать келин салам. Я говорю, а кому она будет делать? Жених-то ушел. Нам всем. Салам, салам, келин салам, нам вальхудогя, салам. Мне сейчас нужно ехать до Байсуна, не знаю, миллион часов. Потом я поеду в Байсуне, сутки переночу, и потом я поеду в Таджикистан. Бобте, и что с вами? Доба махалла. С вами мы на связи. Да, я вам позвоню, мы с вами договоримся, вернусь из Таджикистана, и мы что-нибудь придумаем. Хамаге катакон, рахмат, саубулин. Ваши номера обездали? Да, номерами обменялись. Бухгалтер Хурсан был, да вы хули это, мы? Вот, это все, что принесли мужчины в подарок. Ой, бухгалтер деньги увидел. Пульный курсан пульный, да? Дьявол, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Как всегда, мы с вами познакомились с удивительными людьми. Я вам показала интересные традиции. Мы были с вами высоко-высоко в горах. И как хорошо, что люди сохраняют свои обычаи, чтят их. Для меня это был удивительный день. Я уверена, что для вас тоже. А вы помните, что вы у меня самые лучшие. Берегите себя, нажимайте лайки. А вот теперь пока-пока.
Джоанна Манов, какая она хорошая. Друзья мои, это была Зайнаб Апа. Огромное спасибо ей за то, что я ночевала в ее доме. У нее чудесная семья. Это у нас Амин Джон Ака. Благодаря кому мы приехали сюда на свадьбу. Сюда чакрдыгыз таклиф кылдыгыз шу иткен. Шу үйдө ман маза кылып яттымын, ухладыймын. Жуда якты адамдар. О, махалком. Спасибо за то, что он знает Амин Джона. Всем, всем спасибо. Хаммага как так он. Жуда хурсан буду. Бемарол келеверинлер, мана холам дию. Кыш мы ёзмы, мен бор мы ё, мана холам мана. Уйге мен сизлаги джо берады. Муну онасыны уйе, окасыны уйе. Ришни баба барды сақолы. Ана ши. Яхши бабай. Яхши бабай. Приезжай в любое время сюда. Когда хочешь приезжай. Вот к моей тете приезжай, приезжай к ее отцу, ко всем приезжай, кому хочешь. Это Махалков идет, Бопте, Махалком, ага, чарчавей. Салвен, кептрин. Нас худоласа. Тут яшля, да? Это у нас по делам молодежи. Все, а теперь пора ехать, Бопте, кипток. Все, я его теперь восполню. Эй, Бельда, эй! Падама! Здесь большая.